Так мы на салонах в Милане и салон Сателлит. Вы видите, это Таня Репина, она счастлива. Почему она счастлива? Потому что она выиграла третье место впервые с российский участник, российский дизайнер занял третье место в салоне Сателлайт. И сейчас она нам расскажет, что же она представила. То есть это совершенно новые материалы, интересно, вкусно пахнут. Расскажи, пожалуйста. Это акустический материал из иголок. Он не вредный, он экологичный, биоразлагаемый. И он пожаробезопасный. Также я сохранила, плюс этого материала в том, что я сохранила иголки, что они у нас никак не используются. На лесозаготовках я не собирала елки на Новый год, нет. Не, в Москве бы елок ты много набрала, то есть на селках. Да, ну в принципе можно, конечно же, но в больших объемах лучше это забирать просто с лесозаготовок. Это новый материал, это модульная система. Это только один модуль, их много, и можно играть, составлять самые разные композиции. На конкурсе я представила отдельно стоящие перегородки. Это как экраны, они зонируют пространство и тоже являются шумоподавляющими панелями. Таня, ну я смотрю, у вас разные цвета, то есть темнее это... То есть вы добавляли, вероятно, что-то, чтобы иголки были не серые, а вот желтые, почему они? Здесь еще, конечно, знаете, в зависимости от фона. И фон такой, он достаточно такой белый, бледный, так можно играть еще с цветами. Но да, вы правы, что я использовала натуральные цвета. Это куркума, цвет натуральный цвет иголок, смешанный с куркумой, со специей. Давайте я посмотрю еще здесь. Здесь температурным воздействием я меняла цвет иголок. Темный, черный, коричневый. Получается такая натуральная гамма природная, без каких-то добавок химических. То есть это натуральные цвета. Молодец. Тогда еще раз просто хочу пожелать успеха, чтобы у вас было много клиентов, и чтобы вот эта майка принесла вам еще больше успеха, и вы, чтобы всегда были счастливы. Спасибо большое.